Здравствуйте, друзья! Наконец-то пришло время поговорить с вами о воссоединении семьи. Как же привести своего члена семьи? Я буду говорить конкретно о женихе или о муже, так как эта тема мне более близка. И непосредственно, как говорится, горячие пирожки сразу из печи. На самом деле, ту информацию, которую я конкретно искала на просторах YouTube и других веб-сайтах, я не нашла. Поэтому, как говорил драгоценный наш Лэмми из Motorhead, я искал много информации и контента, но не находил. Поэтому я стал источником этой информации. Очень большое множество видео рассусоливания и соплей о том, как кто-то что-то кого-то ждал, но в принципе никакой конкретики о документах, что-то кто-то забыл досказать, и поэтому это приводит немного в ступор, потому что ты человек, который впервые встречаешься с этим вопросом, это не проблема, это просто вопрос, который нужно решить. Ты начинаешь теряться, тебе кажется, так, в одном видео сказали принести 4 фотографии 5 на 5, а во втором сказали 2 фотографии 5 на 5, а в третьем забыли сказать о свидетельстве о рождении. Сегодня мы с вами поговорим более конкретно и детально, какой список документов вам понадобится, какие сроки ожидания на сегодняшний день официальные прямо на сайте USCIS. USCIS – это американская United States Immigration Service. Что же вас ждет, с чем вы столкнетесь? И в конце я поделюсь с вами о том, сколько мы ждали процесс одобрения петиции I-130. Давайте в первую очередь разобьем все на две колонки – американский гражданин и Green Card Holder. В зависимости от того, гражданин штатов ты или Green Card Holder, будет зависеть сроки ожидания. Как гражданин или гражданка Америки, ты можешь подать петицию I-130, это петиция по воссоединению семьи, и вы идете вне очереди. Но очень важно помнить, что идя вне очереди, без очереди, как написано на официальном сайте, все равно существует некая очередь таких же людей, которые мужей и жен, которые идут без очереди. Как Green Card Holder, то есть перманентный резидент в США, ты можешь подать петицию I-130 на супруга или супругу и встать в определенную очередь. Это категория F2A. Чтобы следить за процессом обработки ваших документов, первая форма, петиция, возможно проверять на официальном сайте. Сайт очень простой: uscis.gov. В связи с некоторыми изменениями благодаря президенту Трампу сроки увеличились. Я не говорю, что это плохо, у меня есть некоторый взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, моей личной, да, конечно же, мне не хотелось ждать больше, чем полагалось, но тем не менее подача и смысл этого всего абсолютно ясна. В 2014 году сроки ожидания для гражданина или гражданки Америки составлял от 3 до 5 месяцев. В 2018 году этот срок длился от 5 до 7 месяцев. На сегодняшний день сроки снова поменялись. Какой-то весьма интересный момент образовался на сайте. Почему-то поменялись местами US citizen, то есть гражданин штатов, и permanent resident. Перманентный резидент – это green card holder. Причем на официальном сайте на сегодняшний день, 18 декабря 2018 года, перманентный резидент, green card holder, только вдумайтесь, ожидает approve, то есть подтверждение I-130 формы от 7 до 9 месяцев. А гражданин штатов почему-то от 10 до 13 месяцев. Это была информация о офисе в Вермонте. И в Техасе у нас происходит: Green Card Holder ожидает от 5 до 7 месяцев, а американский гражданин ожидает от 8 до 10,5 месяцев. Что это значит? Это значит, что по какой-то причине американцам удлинили сроки, нежели Green Card Holder. Возможно, это связано с тем, что очередь у Green Card Holder на сегодняшний день очень велика по сравнению с гражданами штатов.
Сроки рассмотрения документов зависят от категории ваших родственников и в каком статусе вы находитесь на территории США. Чтобы проверить текущие даты рассмотрения ваших документов, вам достаточно зайти на официальный сайт USCIS и найти Check Case Processing Time, то есть посмотреть, в каком процессе ваш кейс. Так что же все спрашивают, нам нужно для того, чтобы начать сам процесс? В первую очередь нужно заполнить форму I-130. Ее можно найти на официальном сайте USCIS. Зайдя в раздел формы, вы найдете полное описание, инструкцию к вашей форме. Также существует форма G28. Эта форма задействуется только тогда, если вы подписываете контракт с вашим адвокатом или вашим представителем. Когда мы подали нашу петицию I-130, то мы ожидали 5,5 месяца. Пришел ответ, запрос на дополнительные документы, к чему я очень рада. Постарайтесь очень внимательно смотреть за всеми документами, чтобы было наличие абсолютно весь перечень. Чтобы не было вот таких неприятных ситуаций, потому что мы потом еще плюс 2 месяца ждали, там дается 60 дней на рассмотрение дополнительных документов, и, скорее всего, вам не рассмотрят раньше, то есть определенные положенные сроки, они стоят, пытаются в них влазить и держаться ровненько. И в итоге у нас первая петиция задержалась на 2 месяца, поэтому именно 14 февраля нам только полностью дали ответ о том, что наши документы перешли в Национальный визовый центр во вторую стадию. Когда USCIS получает ваши документы, вашу петицию, вам сразу присылают документ, под которым номером ваше дело идет, ваш кейс. Проверить состояние кейса вы можете на официальном сайте, введя номер вашего кейса, или на Case Tracker. Это приложение специально разработано для тех, кто ожидает свои документы в иммиграционной службе. Дальше мы процесс стали ожидать от Национального визового центра, наша форма I-485, которая заняла вот, собственно, время с февраля и до середины августа. Тогда мы с нашими адвокатами, а нашими делами занимаются адвокаты по особой причине. Если вы что-то не понимаете, скорее всего, вам лучше взять адвоката. Есть такие дела, которые может решить только исключительно адвокат, потому что они делают сопроводительные письма в иммиграционную службу консулам или офицерам, которые занимаются вашими делами. Это очень важно. Нельзя быть слишком наивными, что я очень мудро, сейчас я дам взбучку всему американскому народу и всему консулату. Я бы попросила вас немножко быть реалистами и уважать не только себя,
и думать, что не только ты один мудр, умн и красив, талантлив, есть еще множество, миллиарды людей, которые могут быть немного более образованнее тебя. Поэтому, если ты чего-то не понимаешь, как я уже сказала, или есть вопросы, которые ты сам не можешь решить, лучше все-таки не поскупиться и взять адвоката, потому что, поверь, с адвокатом дело принимает совсем другие обороты. С середины августа мы получили то самое уведомление о продолжении процесса, и они написали нам уведомление о том, что документы переданы в местное посольство, консульство. Это значит, что все документы ушли наконец-то непосредственно в твою страну, в твое консульство, и ты должен ожидать время интервью. Консульство тебя уведомляет за месяц, или даже, как у нас получилось, чуть-чуть больше, чем за месяц до интервью, о дате и о времени. И также тебе обязательно присылают список, вообще инструкцию, что же тебе делать дальше. Говорят о том, что ты обязательно должен пройти медицинский осмотр в определенных местах, которые у них зарегистрированы, которые они доверяют только конкретно этим компаниям, этим клиникам, с которыми у них подписан особый меморандум, контракт, не знаю, хотите как хотите, так и называйте. Но они делают специфическую работу именно исключительно для американского правительства. Это прививки обязательно, это взятие крови, взятие мочи и флюорография, то есть X-ray. Почему-то стоимость медицинского осмотра нигде не освещался. Это, скорее всего, связано с тем, что в разных странах разная цена. И, к сожалению, на просторах YouTube я так и не смогла найти вразумительной информации, сколько же это стоит. На сегодняшний день, так как мы уже получили приглашение на интервью и также дополнительная информация, инструкция, сопровождение, много читав на английском языке, я уже где-то говорила, что я спокойно себя как рыба в воде чувствую с английским языком, у меня не вызывает никаких недопониманий. Существует в Киеве, так как мы из Украины, в Киеве существуют две клиники, с которыми сотрудничают американцы. И стоимость медицинского осмотра составляет $205. Но это база. Если у вас будет не хватать каких-то прививок, но это, как говорится, extra charges, то есть они зачаржат, я не знаю, уже не помню, как по-нашему, то есть вы заплатите больше, чем $205. Эту сумму нужно и обязательно уточнять при звонке на appointment, а не просто так явиться: «Здрасте, я Вася Пупкин, пожалуйста, возьмите у меня кровь». Вы звоните туда, в эту клинику, и заранее обговариваете сумму. Платить за медосмотр нужно в национальной валюте, то есть в Украине гривнами. Когда вы соберетесь на медосмотр, пожалуйста, внимание, не забудьте о том, что с вами тоже должен быть пакет определенных документов. Возьмите выписку о сделанных прививках в вашей поликлинике в вашем городе. Спросите в регистратуре об этом. Они должны узнать, что это и с чем его едят. Запишитесь на медобследование по телефону. Вам обязательно нужно для медосмотра иметь следующий перечень документов. Вызов на интервью. Можно распечатать с имейла, если не пришел бумажный вариант, который приходит обычно по обычной почте. Обязательно загранпаспорт, выписка прививок из вашей местной поликлиники. 4 фотографии 5 на 5 сантиметров. На белом фоне лицо по центру. Военный билет, если такой есть. Также вы должны иметь при себе американский адрес, по которому вы будете проживать в США. И копию подтверждения заявки на иммиграционную визу. Это форма DS-260 или в некоторых случаях DS-160. Это confirmation page. И деньги за медосмотр, плюс за прививки, стоимость которых нужно уточнить при записи на медобследование. Результаты медобследования в запечатанном конверте ни в коем случае не открывать. Отдадите консулу во время интервью. Вы должны полностью располагать и знать номер вашего кейса, также категорию визы.
Обязательно зарегистрируйтесь заранее на доставку паспорта после интервью курьерской службой. Вы получите полную информацию вместе с письмом, которое придет вам на e-mail или обычную почту. Это документы, приглашающие вас на интервью, и там же будет очень много информации о медицинском осмотре и о компании, с которой сотрудничает консулат.